Как изменился бизнес региона за последние годы? Сколько новых субъектов малого-среднего предпринимательства появилось? Какие перспективы? Эти и другие вопросы белгородские предприниматели обсудили на встрече с правительством субъекта в областной столице. Диалог с властью в формате открытой дискуссии. Обратная связь – главное слагаемого успешного развития и дальнейшей эффективной работы. Проделан большой путь. Это подтверждает статистика. Как рассказал заместитель губернатора Дмитрий Гладский, в конце прошлого года в регионе было 58 600 субъектов малого и среднего предпринимательства. К марту 2023-го их количество увеличилось еще на 300. На сегодня в секторе МСП заняты почти 250 000 человек, что составляет практически треть трудоспособного населения области. Белгородский бизнес продолжает вносить свой вклад и в увеличение объемов волового регионального продукта. Невозможно не обращать внимания на этот сектор экономики. Для правительства Белгородской области это принципиальнейший вопрос. Здесь все достаточно просто, потому что цифры, они объективны. В 2022 году объем поддержки малого и среднего предпринимательства в Белгородской области увеличился в 10 раз и по итогам 2022 года составил 1 700 миллионов рублей. Что касается самих мер поддержки, они разнонаправленные и комплексные. От консультирования до, к примеру, предоставления микрокредитов. На сегодняшней встрече представители бизнес-сообщества обсудили также вопросы, связанные с реализацией в регионе национальных проектов и улучшением так называемого предпринимательского климата.